Добрый день, друзья. Сейчас с вами мы познакомимся с таким перспективным интересным проектом, как Labels Coin. Labels Coin — это платформа для обмена авторскими правами из одного источника на основе технологии блокчейн в соответствии с набором услуг. То есть в совокупности они способствуют прозрачности авторских прав и обмену соответствующей роялти, то есть вознаграждение, позволяя справедливое и прозрачное воздействие с содержателем музыки. Labels Coin блокчейн будет построен поверх механизма составление авторских прав, который, соответственно, будет проверять ожидания индустриального патента, собственная блокчейн-технология. Пресейлу 30% уже продан. Так как мы видим, заканчивается 18 дней 12 часов. 5000 эфир уже собран, софткап 5 миллионов. Но если, конечно, курс эфириум был бы так, как в декабре 2017 года, то уже софткап был бы собран. Вот, но при текущем курсе требуются еще необходимые средства. Так, смотрим дальше. Музыкальный копирайтинг. Вообще музыкальный копирайтинг, реальное время. Гибкость, безопасность, глобальность. Ну, глобальность, масштабируемость, можно так вот понимать. Быстро растущее сообщество с комьюнити, ссылки на социальные соцсети, но и под этим видео я еще обязательно выложу все ссылки необходимые на соцсети, на официальный, там, на официальный сайт, на white paper. Как стартать? Как видим, начало было в 2017 году, ноябрь. Строительство команды. Появилось первого white paper. И вот у них вся вот, ну, каждый, можно сказать, идея, этап расписан. Каждый месяц практически этого года. До 2000, июня 2019 года. Это команда, видим, вот команда проекта, члены, то есть советники, команда. Информация о токенах, то есть на что пойдут данные токены. Вот, мы видим 74% на сообщество, соответственно, 13% в резерв. 10% в команде, 2% советникам, 1% в программе. Подписаться на субселлер. Также отметим, что у данного проекта есть юридический адрес, который находится в Лихтенштейне. Что тоже хорошо. Вот такой вот проект у нас, связанный с авторскими правами. Инвестировать в него нет, это решать вам. А все ссылки будут в описании под видео. Видео будут чисто в ознакомительных целях. Всем спасибо за просмотр и всем пока!